Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Интересно, как они все вступают в НАТО. Сколько стран состоит? НАТО состоит из 31 страны. Ну надо же, 31 страна состоит в НАТО. Что это значит? Обострение ситуации вокруг наших границ. Зачем? Зачем они объединяются? Вот непонятно, чего они лезут-то в НАТО? Что там в НАТО? Медом все намазано, что ли? Не понимаю вот это вот объединение НАТО. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.